81 серия, участок Мурманск-Магадан, 8-й день пути. Значит, с правой стороны по ходу объезжаем Екатеринбург. Город не стал заезжать, потому что пробки, светофоры, час пик. Поэтому двинулся в объезд. Это серия протяженностью 68,5 километров. Так, 5,3. Так, 5,3. Соревнования. Это расход бензина на 100 километров. Ну, наверное, слушайте основной комментарий из салона автомобиля. Ну, если появятся шумы, то я, наверное, подключусь и буду дублировать. Температура довольно-таки комфортная на улице, 15 градусов.
Так, окно на Новокуре, 49.53. Да, интенсивность движения на объездной довольно-таки нехилая. Светит в лицо, прямо на живот, живот горячий.
как два уже метра. Так, это кто у нас? Заправщик. Реже, город. Ваш нефть. Ваш нефть. Реже. Это у уральских племенов. Фигурирует. Реже. Ушоты. Блин. Хрень разная. Очень опасно поймать волк.
этого ничего не понимаю. 08.30. Один час с Москвы разница. Вчера вечером было 2 часа. Чехарду с часовыми поясами, блин. Деятель наши. Одно слово, как и первое. Вчера показала 2 часа разница, сейчас показывает час разница по времени. Развалах покупать масло это риск. Через 500 метров съезд. Поверните направо. Такая же развязка и Курган, Челябинск.
Катя позади.
работает столовая. Душ и обелья. Столовая всегда домашняя еда, пельмени, ручные рыбки, свежая выпечка. Столовая имеется наличный и наличный расчет. Приятное и вежливое обслуживание. Стоянка с 6 утра до 6 вечера стоянка бесплатная. На территории имеется грузовая автомойка. Стоянку и автомойку можно оплатить в народной сети. Если бы знал, что да нет, все равно бы не поехал. Это можно было, конечно, без проблем, но потом... Через 1.5 километра съезд. Поверните направо. Надо
остановиться, стекло снаружи помыть.
крепость справа. Мой дом, моя крепость. Через 500 метров поверните направо.
всего.